Так и так, всем привет, друзья, вы на канале Виконста. Ребятки, хочу сегодня протестировать свою камеру, буду снимать сегодня под водой. Поеду сегодня в бассейн, надену аквабокс, вот, кстати, я его уже приготовил. И также прикрепил сюда на всякий случай поплавок, чтобы вдруг что, она всплыла. Ну, короче, будем сегодня тестировать, пробовать. Хочу посмотреть, как она будет снимать под водой. И в дальнейшем, если я буду куда-то путешествовать, то мог на 100% уверенностью говорить, что можно ее брать, там, нырять с ней в море, нырять с ней в бассейнах. То есть брать ее на большую глубину. Хотя здесь рассчитан этот аквабокс. Где-то я читал, что написано до 60 метров. То есть можно с ним нырять глубоко. Посмотрим, потестируем. Так что смотрите и не переключайтесь. Ребята, ну вот и завершился наш тест под водой. Снимал я на Sony AS300. Глубина бассейна 3 метра, температура воды была 22 градуса.
По ощущениям Аквабокс не потеет, ведет себя, ну, как бы сказать, нормально, камера абсолютно сухая. Напоминаю, что Аквабокс рассчитан до 60 метров, но следующие тесты, я думаю, проведу либо уже на водоеме каком-то, либо на море. Либо, может, еще куда-то выберусь, поснимаю, также буду проводить тесты. Я считаю, что Sony — это лучшая камера, которую вы можете приобрести себе из среднего ценового сегмента, которая снимает Full HD разрешение. 4К здесь нет. Ну, прежде всего, у меня компьютер не сможет смонтировать эти ролики, которые снимаются в 4К. Поэтому, ребятки, кому понравилось это видео, ставим пальцы вверх, пишите комментарии, если вам понравилось. С вами на канале был Виконст, до новых встреч, пока-пока!